Всем привет! Сегодня будет продолжение предыдущего ролика про спаренные колеса. Как прошел первый день после установки новых колес? Чем закончится испытание, никто не мог даже предположить. Итак, поехали! Установив колеса, как раз после посадки картошки, этот факт сыграл немаловажную роль. Почему, объясню чуть позже. Как и любой другой нормальный человек, решил проехаться по труднопроходимым местам, тем самым сделать первый тест для трактора с новыми колесами. Но, как я уже сказал ранее, колеса установил после обработки огорода и не учел тот момент, что трактор тоже хочет кушать. Не доехав до места, он очень проголодался и категорически отказывался вообще куда-то ехать. Спорить, конечно, было бессмысленно, и я почапал домой за бензином. Идя пешком по дороге, по которой буквально несколько минут назад проехал на тракторе, увидел небольшой кусок железки. Поколупав его немного тапком правой ноги, решил продолжить свой путь в гараж за бензином. Пока дошел до гаража, решил взять с собой еще ломик и лопату. Вернувшись к месту, где была железка, покопав лопатой, потыкав в нее ломиком, определился с истинными размерами и масштабом раскопок и понял, что без экскаватора тут делать нечего. Заправив МТЗ-шку, решил раскопки отложить на другой день. Пригнав экскаватор на следующий день, продолжил раскопки. На этот момент я уже знал очертания предмета, лежащего в земле, примерно 30 лет. В конце 80-х годов эту дорогу отсыпали шлаком для проезда тракторов и комбайнов на поля. С тех пор прошло много большегрузной техники по этому месту. Так получилось, что шлак перемешался с грунтом и утрамбовался настолько плотно, что экскаватор был бессилен выполнить эту работу в короткий срок. Помаявшись около часа, пришлось снова взяться за ломик. Раздолбив по контуру шлак, удалось подцепить и вытащить данный предмет из земли. Это оказался крюк, предположительно для сталеварного ковша. Кто знает точно, прошу подтвердить или опровергнуть мои догадки в комментариях под видео. Вытащив крюк, оставшуюся ямку, естественно, заровнял. Дотащив крюк до гаража трактором, снял размеры, и вот что получилось. Длина 97 см, ширина 22 см, высота 18 см. Вес примерно получается около 350 кг. Загрузив это чудо в прицеп с помощью кранбалки, благополучно его свез в металлоприемку. Колеса все же испытания прошли и показали очень хорошую эффективность. Результатом от проделанной работы я доволен. На этом все. Как всегда, жду ваших комментариев под видео. Всем пока и до новых встреч!